Удар и еще удар, гол. В первые послепраздничные выходные в футбольном манеже «Красная звезда» за медали регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу боролись 32 школьных команды из Омска и районов области. Юноши и девушки состязались сразу в четырех возрастных категориях. Все районы были поделены на зоны, и вот в пяти зонах состоялись матчи. Победители этих этапов приехали в Омск сегодня на финальный турнир. Плюс добавились городские команды, которые разыграли свои путевки по нашим округам. Первыми счастливыми обладателями путевок в следующий этап соревнований в Томск стали команды девчонок омских школ номер 107 и 152, одесской СОЖ номер 2. Игра мне очень понравилась. Можно так сказать, я там почти бездействовала. Наши игроки очень хорошо справлялись с мячом и выиграли все таймы. Упорная борьба за победу развернулась среди юношей. В каждой возрастной категории по 6-7 команд. В круговую играть не стали, футбольные дружины померились силами сразу в рамках подгрупп, а после лидеры сыграли друг с другом стыковые матчи. Победителями стали команды Щербакульского лицея, Полтавской средней школы, Знаменской СОЖ и Омской гимназии номер 147. Мы знали то, что мы выйдем, потому что в том году мы тоже выиграли. Эмоции переполняют. Уже шестой раз выезжаем на Россию за Полтавку. Сыграли нормально. Доказали, что мы лучше. Все победители регионального этапа с 15 по 26 февраля в Томске будут бороться за награды федерального этапа и путевку в финал.